Всех приветствую на моем канале Джебикс, и сегодня я покажу, как сделать сброс на Mi Band 4 поколения. Зачем это нужно? Бывает такое, что он просто перестает коннектиться к вашему устройству, выдает какую-то ошибку, и тогда нужно сделать сброс. Для того, чтобы сброс сделать на Mi Band, вам устройство, к которому он был коннекчен, не нужно. Нужен только Mi Band. И делается одинаково сброс, то ли на китайской, то ли на глобальной версии, потому что всего есть две версии Mi Band. Все делается очень просто, сейчас я вам покажу более подробно, и после этого, я думаю, ваш браслет обязан просто сконнектиться с вашим телефоном. Поехали! Итак, ребят, для того, чтобы сделать сброс на Mi Band 4 поколения, вот у меня Mi Band 4 поколения, для этого вам необходимо зайти в настройки самого Mi Band. Ну вот, можно видеть, что меню у вас, я думаю, точно такое же, потому что у всех Mi Band оно одинаковое. В общем, заходим в настройки, и здесь есть вкладочка «Дополнительно», нажимаем сюда, здесь много всего есть, и, естественно, можно вот так вот в самый низ, и здесь есть настройки. Яркость, экран блокировки, автоматическое отключение, перезагрузка, ребят, не путайте. Есть перезагрузка, это не то, что вам нужно. В самом низу ищите сброс настроечек. Нажимаем сброс настроек, и здесь есть галочка. Нажимаем галочку, после этого браслет сам выключится, сам перезагрузится и включится уже на китайском языке. Не пугайтесь, после этого просто через приложение Mi Fit вы подключаете его к айфону, и он автоматически должен нормально работать. Кому помог, ребят, оценивайте ролик, подписывайтесь на канал. И всем спасибо за просмотр, и до новых встреч на моем YouTube канале.